Ну, хочется сказать, что сегодня на самом деле игра достойная, и я считаю, девочки сегодня максимально выкладывались в каждой партии, независимо там, как складывался счет по партии, но, опять же, мы должны учитывать, какой соперник против нас сегодня находился, поэтому тут многое зависело, насколько они тоже позволяли, поэтому я хочу именно вот сказать, что девчонки сегодня здорово сыграли. Это всегда будет присутствовать в любой работе, в любом аспекте. Опять же, если ты работаешь на результат, если ты работаешь на определенные моменты, которые надо убирать и так далее. Опять же, эти все ошибки вылезают в процессе игры, в зависимости от того, какой соперник. Если соперник позволяет именно в этой ситуации ошибаться и делать глупость, это одно. А если он выигрывает, и на вот этих вот тактических моментах можно уже думать и нарабатывать определенные уже дальнейшие схемы и так далее. Поэтому тут я считаю, что любая игра несет информацию серьезную, которой нужно просто пользоваться и делать определенные выводы. А в третьей партии уже при счете 9-20, как удалось девчонкам все-таки собраться? Надо Саяпину спросить, она как раз вышла, и после ее выхода на площадку все перевернулось. Не, на самом деле шутка, но, опять же, благодаря этой, наверное, замене, команда соперника расслабилась, и это все как бы пошло в нашу копилку. Чуть-чуть не дожали, ну, это волейбол, там люди стояли серьезные. Имеется ли различие между последним разом, когда мы не сыграли, сейчас вопрос о болельщиках. Как в прошлый раз реагировал зал и как сейчас? Сегодня совершенно другая атмосфера. Я хочу сказать и поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли и поддержали нас. Я так думаю, это как бы с одной стороны предновогоднее такое действие. И мы, когда увидели столько болельщиков, тоже поняли, что мы хотим предоставить всем праздник, радость и от той игры, которую показывали. Поэтому я благодарен, всем большое спасибо на самом деле.